Краснодарский край, станица Кущевская, улица Элеваторная 2. Замка тут нету. Охрана, по-моему, тоже отсутствует. Вот. Собаки нету. Никого нету. Собачья будка пустая. Будка охраны. Будка охраны тоже пустая. Вот, походу, весы вот это было. Я так думаю. Ну, сейчас пройдемся, глянем. Потому что там тоже ворота какие-то есть. Ну, здесь, походу, весы должны были быть. Но их нету. Вместо них устроили тут помойку. Детские принадлежности какие-то валяются. Тетрадки, книги. Ну так, больше нет ничего. О, ничего себе. Не знаю, насколько он рабочий был. Но я думаю, что не рабочий. Дверка тут прикрыта. Нет там ничего. И вон спуск в подвал какой-то есть. Все. И вот здесь какое-то здание. Колодец. Странно. Может, пожарный. Сейчас попробуем вот в это здание пройти. Судя по всему, здесь лестница была. Потому что раз, два, три. Три двери. Здесь что-то висело. Но, блин, все посрезали. Все поотрывали. О. Тут довольно-таки чисто. Как будто здесь специально убирались. О, лестница на второй этаж есть. Дверь на улицу. Не знаю, что это за комната могла быть и для чего. Но вот тут вот присутствует. Вот такая вот интересная ниша. И вот там тоже интересные ниши есть. Ага. Трубу еще не до конца посрезали. Шелуха от зерна валяется. Это, наверное, душевые кабинки были. Самолет тут летает, здесь где-то аэродром рядом. Поэтому грохот такой стоит. Сумасшедший. Просто какая-то комната. И постель под что-то сделана. Тоже какая-то пристройка. А вот мы сейчас, наверное, в эту пристройку-то и попадем. Нет, не в эту пристройку мы попадем. Это мы попадем на улицу.
вон дверь, которая в ту пристройку идет. Что, сходить туда? Ничего такого, потолок рушится. А, так он вообще не внутри здания, это пристройка снаружи. Снаружи здание, пристройка. Ага. Ну, сейчас попробуем попасть наверх. Лаборатория, вот тут написано. Чего за лаборатория? Для чего нужна? Ну, это витринные какие-то темы. Кто-то что-то продавал. Явно не отсюда. И все, выход на улицу. На улице ни хрена нету. Вот там туалет вдалеке стоит. Ну и вот такая вот пристройка. Сейчас мы попробуем попасть на второй этаж. Я даже не знаю, что это такое. Но суть по тому, что краска здесь отслаивается вот такими вот слоями. Давненько заброшено. Давненько. Что-то про зерно тут пишут. Порядок работы. О, огне опасно. Не курить. Электрощитовая какая-то. Это второй этаж. Ну, здесь какое-то оборудование было. Ну, его поспиливали. Одни эти остались. Трубы торчать. Вот. Его поспиливали, забрали. И, соответственно, теперь это все вот так вот пустует. Вот. Вот, кстати, на соседнем ну там-то все огорожено, поэтому туда нельзя попадать. Сороки орут, окошечко, кстати, открыто. Ножка такая самодельная. Вентиляция была. Вот. Ну что, пройдем на третий этаж. Огнеопасно не курить. Ну, как и там было написано. Здесь просто нет окна. У-у-у! Закрыто. О. Это вот на третьем этаже находимся. Уже вид отсюда немножко другой.
Ну и, соответственно, если отсюда грохнуться, то мало не покажется. Потому что будет столько грохоту. Бух! Ну, все тут смотреть на самом деле не на что. Здесь тоже все повыкорчевывали. Все повынимали. Вон до конца еще тут провода не посрезали. Но уже близки к этому. Близки. Главное, чтобы не сдавались. Че, крышу пробуем зайти? Лестница-то идет туда. О! А вот и крыша. Отсюда уже добротный вид. Чё я, пацаны, могу сказать? Блин, такое ощущение, что мне одному заброшки нравятся. Больше никто не лазит нигде. Вот так вот это выглядит. Присоединяйтесь к нашей дружной компании. А мы сейчас еще где-нибудь здесь оставим свой фирменный знак. Подписывайтесь на наш канал. Ну, а мы пошли спускаться вниз. Больше здесь, походу, смотреть не на что. О, звук хороший, да? Вот. Йоу! Вот, тут рэп можно читать. Йоу, бэби! Кози-бози! В навозе. Ну и еще в чем-то. Слушайте, смотрите, как от пола краска отошла. От бетона. Тоже давно, видимо, красили. Все, гасимся.